Если ты в мою сторону хотя бы глянешь косо, можешь не сомневаться. Я тебя прикончу. Какой-то болван не испугает убийцу вампиров. Красавчик вообще. Чувак, я какие-то кости нашел. Ты далеко зря пошел туда. О, тут еще и фонарь горит. Назад, воротай. Там проебы были в этих. Ага. Друзей надо держать близко, а врагов еще ближе. Но это уже слишком. Типа, слышишь? Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Не подходи близко. Здесь много погибло. Твои люди всегда такие были. Да. Не важно, что делали наши предки. Время другое. Сейчас важно только то, как поступаем мы. По-твоему, США главный агрессор? А мы что, варвары? Да все знают, что вы из-за нефти сюда сунулись, блядь. Да. Кого ты втюхиваешь? Мы в 21-м году живем, а не в третьем. Саддам вообще был просто обычным местным пастухом. Да. Просто взрывал и убивал, и всего-то, как и вы, собственно. Аргументы. Закончились. Такой башкой помахал. Голоса в голове какие-то наехали на меня такой. И у меня нечего было сказать. Ты меня вытеснил. А ты хоть посмотрел? Еще барахло и свет. Я смотрю. Нахрена исследователям динамит? Вроде какой-то древний тюремный блок. О, тюрячка, из которой Курума сбегал, слышь? Иди посмотри тоже, там классные вещи показывают. Ты же не выстрелишь мне в спину, да? Пи-п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 и-
это? Динамит? Он же говорил уже тебе, что это динамит. Наверное, здесь археологи разбили лагерь. Надо найти выход там. Черт! Ты про это говорил? Про что? Здесь. Нам надо уходить. Нет, я там ничего такого не видел. Ну, у меня главное самое ироничное, у меня мысль в голове появилась, что было бы неплохо сюда ебаку запихать. Ебака выскочила. Я думал, ты про это говоришь, там типа классные вещи показывают. Я больше туда заглянуть не могу? Нет, не могу. Блин, зажигалку забыл достать. У меня хреново, у тебя-то фонарь дальнобойный, а у меня зажигалка. Так, они что, хотят в тюрячку попасть? Ну да. Да тут больше вроде как ничего нету. Угу. Ну, если мы только опять какой-нибудь там поворот не пропустили, ну пошли. Вроде иначе не пробраться. Один держит ворота. Возможно, кстати, в том диком замесе, в котором мы участвовали только что, могли помочь фугасные гранаты. Ну, в смысле фугасные, фосфорные ты имеешь в виду, те самые? Да, 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 да. Ну да, они же, они бы, ну да. Бой смог пролезть. Только мне кажется, мы бы там сами себя не поубивали в этом диком замесе. Давай, как в Uncharted'е. Ах ты, сука. Чувак, это не... Серьезно? Тупик. Я найду другой путь.
Думаю, тут пройдем. Мне надо расчистить отсюда. Побыстрей. Твари могут быть повсюду. Есть идея, с чем мы имеем дело? Это вампиры. Не может быть. Мой отец говорил, если что-то выглядит и пахнет как говно, то это оно. Можешь даже не пробовать. Они, это вампиры. Надо объединиться, чтобы выжить. Да, очень похоже на то. Иди. Ох, блин, вот я бы, наверное... О, бля, чувак! Я геймпад отложил, еле успел. Интересно, реально придавил бы? Думаю, да. О, ты... Я в темноте. А, во. Ого, ты будешь копье швырять, слышь? Я потомок этого. Баки, а ты потомок Курумы. Да. Только они оба умерли, слышь. Да. Дело дрянь. Ну, а почему Курума жив ходит? Не скажу, что прям живой. Технически, да. Да, технически ходит, но жив нет. Что ты сделаешь первым делом, когда мы выберемся? Ты меня спрашиваешь? Да. Даже не знаю, что ответить. У тебя вроде и есть голова на плечах. Объясни тогда, какого хрена ты воюешь за Саддам? Неразборчиво, так, неразборчиво. Мертва, я был рядом. 9 вечера. Произошло нечто ужасное. Будучи возле жены, я заметил кое-что у нее в руке. Брошь леди Брэдшоу. Должно быть, она сорвала ее с блузки Брэдшоу во время припадка. Перевернув брошь, я увидел, что она похожа на одно из существ, которых мы извлекли из коконов. Не те ли это демоны, о которых говорила Мэри? Неужто Брэдшоу знала, что мы здесь найдем? Затем труп Мэри зашевелился. Но это была уже не моя жена. Нечто завладело ее телом. Оно прыгнуло на меня. И только прутья клетки спасли меня от его ярости. Это была уже не моя жена. Нечто завладело ее телом. Оно прыгнуло на меня. И только прутья клетки спасли меня от ее ярости. Ты же просто картинки разглядывал, да? Вы обезьянами читать не умеете, да? Да, я фантазировал, вспоминал, что раньше видел. И плюс разговоры о вампирах недавно. Вообще-то ты только что назвал, что я мужик умный. Зачем работаешь на Саддама? Ну, ты мужик умный, работаешь на Саддама. Нет, ты спросил, зачем ты работаешь на Саддама, если ты мужик умный? Кстати, он так и не ответил. Может, сейчас продолжит разговор? Нет, я думаю, уже нет. Твой друг Ник. Добрый. Ну, мертвый. Он помог мне. Слушай, а вот это не факт. Его же куда-то кинул. Да, не факт, не факт. Куда-то завалился. Я ж просто к слову. А. Баба мертва, жалко. И завалился это вот я. В любой другой день я бы пулю в тебя всадил. Так-то мы круг сделали, хорошо. Да, зажигалкой такой отстой ходить, я вообще в принципе ничего не подсвечу. О, можно поджечь там что-нибудь?
Нет. Что означают знаки на твоей шляпе? Память о павших. Причина сражаться. Причина не хуже других. Отличная причина. Единственная. Я не настроен к вражде. Значит, ты новости не смотришь. Слушай, однажды человек построил свой дом на берегу реки. Пришел паводок, и стены смыло. Пришла засуха. Вода высохла, и он захотел пить. Весь день насекомые жрали его плоть. Но по ночам он говорил жене: «У нас всегда достаточно рыбы». Твои люди решили воевать, Джейсон. Думаю, нам пора побыть в тишине. Ничего не понятно, но очень интересно. Да. Девочка из звонка вылазит. Ты спрячешься сейчас обратно. Открой уже сраную дверь! Надо было не пиздеть, потому что... Думаю, надо было сражаться, кстати. Теперь ни у кого нет автомата. Опа, надо готовиться. Где-то я там копье метать буду, да? Ого! Было близко. Я же говорил, убийца вампиров. Я не знаю уже, какой он по счету у него. Это Ван Хельсинг. Ван Хельсинг. Ван Хельсинг. Это Валя. Валентин. Думаю, пора валить отсюда. Идея на миллион. Перед этим давай смотрите. Да. Мы же в конце концов в игру играем, да? Ну, тут ничего нет, к сожалению. Подожди, ну выхода два, а мы точно оттуда пришли? Да, да. Ты уверен? Давай колодец. Мы заглядывали в колодец? А, я его не видел, потому что, сука, зажигалка подсвечивала. А на самом деле это и был колодец. Ау, ты где? Не бросай меня, солдат. Американо. Блять, напугал. Я тут стараюсь большую часть времени смотреть на стенки, но... Я тоже, видишь, вокруг стен обхожу. Ну нет, я имею в виду, что ты мне бах в табло такой фонариком светишь. Тут везде дырки в полу. А, вот почему я пройти не могу. Блин, на самом деле зажигалка и отстой прям вообще. Чё, чекаем? Да, чувак, зажигалка помогает, отвечаю. Спасибо, да? Затылку тепло. О, мы в тюрьму. Вот, чувак, в тюрьме был, кстати. Я думаю, это лазарет. А, это лазарет. Может пригодиться. Если хочешь засунуть в сумку древнюю взрывчатку, пожалуйста. У нее детонатора нет, в чем прикол? О чем ты говоришь? Нахрена там детонатор, там фитиль, чувак.
Нет, он так сказал, как будто, ну типа, ну знаешь, древняя, старая, ебанет. Видимо, просто плохо разбираешься в химии, чувак. При долгом хранении динамита из него, как бы, что такое динамит? Это смесь нитроглицерина и глины. Если много времени проходит, из глины вытапливается масло вместе с нитроглицерином, оно получается сверху остается. И там, если буквально, ты знаешь, там типа сильно вот этот вот динамит с выделившимся наружу нитроглицерин, ты его потрясешь или просто уронишь куда-то, да, или на нем хотя бы как-то самая микроискра попадет или что-то еще, все ебнет, разумеется. Не, ну если убирать искру, ты реально тряханешь, стукнешь и может взорваться? Да. Ну все, вопросов больше нет. У старого динамита, да. Ну все, вопросов больше нет, тогда понятно, о чем речь идет. Вот. Дал. Статью. Читать надо. Химическое оружие уже близко. Ну, и да, и нет. Только ты скажешь. Чувак, ты где? Я смотрю на труп. Классный труп. А где ты? Я тебя где-то там за забором видел свет. Я стою у решетки. Труп классный, реально. Ты исчез. Ты не понял, тебя не вижу я. Вот тебя появился. Я присел, я сидел просто. И фонарь не видно было. Понятно. В лагере охвачен волнением, рабочие пропали, леди Брэдшоу, неразборчиво, но я догадываюсь, она жаждет той же судьбы, что и неразборчиво, она хочет стать неразборчиво. Вампиром. 1 января, час дня, диверсант нанес очередной удар. 1 января 1947 года, час дня. Диверсант нанес очередной удар, лишив нас пути к отступлению. Мы застряли здесь, с этими тварями. Со всех сторон из тьмы доносится их визг. Кроу направил свой пулемет в сторону катакомб. Мэри была права. Мы не можем убить то, что уже мертво. Нам остается только одно. Обрушить этот храм на чудовищ. Даже если мы сами окажемся погребены вместе с ними. Они не должны покинуть это место. Хватит рядом с моим динамитом зажигалкой чиркать. Мэри была права. Мы не можем убить то, что уже мертво. Нам остается только одно. Обрушить этот храм на чудовищ, даже если мы сами окажемся погребенными вместе с ними. Вот поэтому тут все динамитом было облеплено, кстати. Самый разумный, кстати, выход в такой ситуации, на мой взгляд. Ну да. Заметки о вскрытии. В желудке образца, образца обнаружено значительное количество крови. Анализ крови показывает высокое содержание адреналина. Организм питается страхом. Вселяет ужас в свою жертву, чувствует дозу адреналина, нападает. На фотографии этот любитель змея погонять. Подушить, вернее. А зачем-то про вскрытие? А, ну просто, наверное, бумаги под рукой не было, писали. История болезни. Имя Мэри. Возраст, пол, неизвестен. 19 000 температура и пульс. Опасно высокие. Более 38,3. Это что, опасно высокие, серьезно? Пульс 170 ударов в минуту. Пациент в основном без сознания, иногда просыпается и кричит. Потоотделение продолжается. Запасы физраствора на исходе. Замечено движение под кожей живота в районе надпочечников. Р рекомендует диагностическую операцию, но я боюсь, что М может ее не пережить. 8-10. Температура 38,6. Пациент теряет силу. Движение под кожей усиливается. Паразитический организм? Неизвестно. Время смерти 8-13. Так, вот тут еще можно что-то было посмотреть, я помню. Да и фотографии еще посмотри на столике. Сейчас, секунду. Тут какая-то коробка. Я что-то нашел, но темно, и ни хрена не пойму. А где ты был? Да тут рядом. Вот. Вот я, вот.
Вот. Блин, тут ты когда, знаешь, фонарик выключишь, все, я с этой зажигалкой в темноте тебя хрен найду. А, закуток здесь есть, понятно. Так, я заглядываю туда, зажигалку убираю. Конечно, зачем она мне нужна в полукромешной тьме, я и так вижу. Я смотрю на камешек. Серьезно, блядь. А хоть что написали тебе? Ничего. Ничего? Я просто посмотрел. Это типа, ну, знаешь... кстати, вот эта самая брошка Брэд Шоу, но я не уверен. Да, на рисунке. Просто там тьмы никогда не видно. Ну да. Кто там? Кем бы они ни были, им нужна кровь. Пещеры. Что бы там ни было, археологи добрались туда первыми. А ну, погоди. Ты что? Думаешь, они живы? Да ты оптимист. Что еще остается? Да, мне кажется, баба могла выжить, в принципе. Даже если я бессмертный, к примеру. Вот мы нашли место, где Балрак живет. Ты не пройдешь. Как-то вода неестественно льется. Твоя жена? О, так это мой бумажник был. А, это этот. Можно знать кого-то много лет, но мало знать о нем. Я не знал, что капитан был женат. Ты его тот ублюдок, который был с тобой? Он не выжил. Я не прав насчет тебя. Ты ничего. Как и большинство. Главное понять это, пока они живы. Наверное, вот, типа, нашли было специального бумажника, только чтобы еще один плюсик в их отношениях, да? Возможно. Ебать, зеленая подсветка кислотная, это что такое? Здесь на каждом шагу сюрпризы. Девятый круг ада, видишь? Слушай, ну я же видел теперь вампиров, видел, что стало с девчонкой. Теперь-то ты мне объясни, ты-то что видел? Когда? Ну тогда, когда ты видел. На нас, короче, напал Данилка. Чарли, Данилка. Да. Он был, соответственно, разумеется, без очков. У него было серое лицо, все было такое, знаешь, покрытое венами. И еще у него были рога, как у сатаны. Угу. Но он пытался говорить с вами, нет? Нет. Но тогда, когда я еще с вами был, я услышал этот разговор, типа, это он там, да нет, я же видел, как он умер. Он там что там, ныл, да, по-моему, или типа того? Был? Нет. А когда он на вас напал, то есть молчал вообще? Молча был? Да. Молча напал. Мы его, это, колышком в сердце затыкали и скинули в пропасть. А как вы решение приняли? Случайно, типа, что под руку попалось, то и въебал? Ну, это нет. Так выглядело? Или такой, блядь, он вампир, походу? Не-не-не-не-не, ну, как, ну... Технически, колышек мы нашли не случайно, мы просто как бы его нашли, да, и решили, типа, ну, пригодится. Вот. Ну, понял.
Я кол я тоже находил. А затыкали его конкретно колышком, потому что... Ну, он был под рукой, да. Угу. Ну, понятно. Все там реально такая спираль, как спуск в натуре в ад, видишь? Угу. Такой кислотный. Угу. А видишь, еще какая-то растительность. Что ты думаешь? Никогда такого не видел. Не, ну чувак, это уже конкретно, да, они уже... Странно было бы, если ты такое когда-то видел, да? Но... Капитан Очевидность. Я, типа, в такое кино не видел даже. Ну, уже не... Что-то рассказчик вообще не появляется. Вообще, да. К слову, блин, мы его даже не высматривали. Ну тут сцены такие. Археологи туда спустились. И вряд ли выбрались назад. В первых двух частях были непонятки. Здесь все понятно, типа. Поэтому, да. Может быть, он интриги не может посеять. Он что будет просто говорить, ну, молодцы, а вот не молодцы. Типа, ну, как-то, видишь, да. Ему диалога нет, ему скучно в этой части быть. Это такое, знаешь, в натуре чисто беспрерывное игровое кинцо, поэтому ему нет смысла как-то пригаться. Он сидит и ждет, когда же реклама, мне надо вставить. Где мое слово? Лебедка работает. Нет. Нет? Мы туда не пойдем. Археологи не выбрались, ты это понимаешь? Мы не археологи. Наш мир наверху, а не там внизу. Между нами и нашим миром армия монстров. О, у него теперь Понимаете? Цель. Поджигай. Уничтожить? Если у вампиров есть логово, оно внизу. Ты хочешь сражаться у них дома? В этой стране я только этим и занимаюсь. Запускай подъемник. Ну да, со стрелы в то же время в тему. У него, кстати, знаешь, почему это такие диалоги сейчас? Потому что после каких-то там разговоров у него там несколько раз... сейчас я, кстати, просто вот зачитаю про его отношения. У него, точнее, какие у него черты открыты. Уверенность, долг, героизм и прагматизм. Угу. То есть вот, у него вот это все сейчас появляется, потому что вот он во время прохождения игры пооткрывал уже. Да, потому что у него есть как бы долг, он типа герой, он типа действует исключительно прагматично, то есть типа, ну, чтобы типа победить зло, нужно типа убить его у него дома, да, логично. Типа и как бы он уверенный в себе, то есть типа для него это нормальная линия поведения. Mm-hmm. У меня, кстати, у него фулл отношения ни с кем. Ну-ка, у меня что там вообще? Салим. А, не, у меня фулл отношения с Салимом, кстати, как раз. Да, да, вот. Ну это мы сейчас заиграли, доиграли, походу, до максималки. А чё мы даже ачивочку не получили? А мы же вообще с тобой не смотрели, какие тут есть ачивки. Не, вообще, я имею в виду, странно. Ну, видать, их ни линии нету. Ну, тут должны были быть, наверное... Треугольник обязательно. По-любому есть ачивка, скорее всего, Рэйчел и Эрика. Что, типа, муж и жена вместе воссоединились, то типа, фулл отношения. Ну и также, наверное, этот с Нигером то же самое. И, скорее всего, отношения как раз вот, наверное, Джейсона, за которого я играю, и Нигера. Потому что, типа, там... Ты ж к нему как к обезьяне относился. Нет, там они, типа, на самом деле, такие, знаешь, друзья свои в доску, там. Вот. А Салиму тут получается, как знаешь, как пятое колесо. Не, ну видишь, отношения с ним... Ну, отношения я понимаю, для чего с ним выстраиваться. Чтобы в случае чего компьютер принимал какие-то решения, основываясь на этих отношениях. Да. Но с другой стороны, он первый скрифанился с Нигером. Может быть, у них была между собой связь. Салим уведет Нигера у бабы, понимаешь? Да. Все для этого делается. У него, кстати, вот у меня с ником недожатого прям Децл осталось, вот прям вот там. Ну не Децл, а не как у тебя вот в Little Hope, а чуть побольше, но... И возможно была возможность достижения получить. Возможно. Я имею в виду, и само достижение, наверное, существует. Мы, кстати, очень мало достижений получили. Да, ну нужно потом посмотреть, что получили достижение. Но это не главное сейчас, мы сейчас реально историю пишем. Сейчас и сегодня это не главное. Можно сказать, это в этом году может даже быть не главным. У нас обычно так это получается.
Вы мне покажите, что зеленым светит там. Грибы какие-нибудь растут. Мох или мошонка сатаны. Древний ужас. О. О. Пробудился ото сна и жаждет крови. Это финал уже, чувак. Сейчас карты будет раскладывать. Поглотили тени. Рэйчел сумела вернуться к свету. Смотри, одна свечка потухла. Видишь? Да. Сука, надо было... Ну, я не знал, что... Это было нелогично. Муж ее умер. Одна свечка потухла. Муж не сумел встретить ее там. Видишь? Лишь одно имя в списке. Допустимая потеря. С учетом обстоятельств. Опа, да неплохо мы сыграли. Слушай, похоже, ты еще только середина игры. И похоже, я правильное решение принял, что надо было стрелять, себя защищать, а не это. Да. Да не, хочешь серьезно, хочешь сказать. Ну так-то мы уже сколько, часа 4, наверное, рубим, да? Да фига мы рубим, сейчас скажу. Гораздо больше. Мы с тобой по моему времени начали... Ну, часов... Ну, отними полчасика, у нас там проблемы были. Да, нет, сейчас я скажу во сколько, секундочку. Я как раз перед тем, как мы с тобой стартанули, я сообщение отправил челику на работу. Сейчас я посмотрю, во сколько это было. Так, это было в 16:10, по моему времени. Потому что начали мы с тобой 5. Ну, в любом случае, мы с тобой уже 5,5 часов играем, чел. И при этом я бы не сказал, что мы долго бродим, тупим или перезагружаемся. Да. Ну, перерыв я тогда на 15 минут по телефону. Мы с тобой вообще не загружаемся, мы как бы идем сплошняком чисто. Плюс мы-то с тобой за все время там перерыв сделали, сколько там, не знаю. Ну, 15 минут, в полной силе, если да. 5 часов мы с тобой катаем уже без перерыва. Да, дофига, слушай. Ну, интриги нет, но не скажу, что мне неинтересно или наскучило, мне прям любопытно. Неплохо, но мне не хватает интриги, как это. Тем более... Где я обмазался так интригой и не понимал, что происходит. А, тем более, когда умер мужичок-то, когда напоролся-то, я стал бояться дико смерти, что я понял, что здесь будут выкашивать нас как этих, блядь. Ну понял, как в Man of Medan. Ошибка умер. И были моменты, когда меня прям немножко аж потряхивало. Не тот страх, конечно, я не спорю. И интриги нет. Будем надеяться, с сержантом Кеем не случилось никакого несчастья. Поглощенные бездной редко могут рассказать. Смотри, выглядело так, как будто бы ему не дали сейчас закончить фразу. А, типа раскат грома, да. Ударила молния, и он типа не смог договорить. Не, ну я тебе говорю, это еще в прошлый раз он башку повернул, не просто так, это тут как-то обыгрывается. Эйсона и Салима, заклятые враги никак не могут зарыть топор войны. Да, у них дружба стопроцентная, ты че? Удар. Не хочу прослыть негостеприимным, но время не на нашей стороне. Я встречу ваших подопечных за финишной чертой. Он уже не... Чувак, не это, скажи. Уже не скрывает. Он уже в наглую, да. Свечи сами по себе тухнут, он тпшится, все, блядь. Да, и говорит, я встречусь за финишной чертой, когда они умрут, да. Ты, блядь. Вообще не шифруется. Все маски сняты. Или похороню возле нее их останки. Видел? Да! Красава вообще, молодец, я не зашифровался, помню, 100%. Еще и лицо открыл. Won't you spare me over till another year?